2011 года. Три, два одиноких сердца. Евгений и Екатерина. Дина, дай бокал. Возможно, они до этого момента не знали друг друга. Возможно, они друг друга никогда и не видели. Но именно здесь, именно на ваших глазах и сердцах вспыхнули страстью и любовью. У каждого в правой руке было по бокалу с огненной жидкостью. Их руки тянулись навстречу друг другу, чтобы столкнуть их в порыве любви, в порыве счастья. Или по-русски говоря, чокнуться. Да, им хотелось чокнуться вместе, навсегда, прямо на Дворцовой площади. Так пейте, пейте этот дешевый коньяк за 165 рублей. Да какое это имеет значение, если вы влюблены? И звезды плачут от счастья, глядя на вас. И небо распахнулось, глядя на влюбленных. И был между ними лишь один нерешенный спор. Кто же сильнее любит друг друга? Евгений, Екатерина, Зина! Счет давай! Дальше мы работаем без микрофона. No New Year's Day. You celebrate. Они медленные дости. Ну давай, Thank you.